Балаковские тепловые сети саратовского филиала Т-Плюс вошли в основную стадию подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. В ходе двух этапов гидравлических испытаний выявлены 29 дефектов. Их устранением занялись сразу же, и к настоящему времени восстановительные работы проведены на всех участках. Потребители оставались без горячего водоснабжения не более недели. Впереди очередной этап опрессовки. Он стартует 20 июня в островной части Балакова. Отключение будет произведено в понедельник, и планируем включить горячую воду, начиная с пятницы по воскресенье, всех потребителей подключить. Работы по устранению выявленных дефектов проводят 5 бригад. В их распоряжении 15 единиц спецтехники, поэтому сроки ремонта достаточно короткие. Кроме этого, работы производятся и по текущему ремонту внутриквартальных сетей. Здесь с начала года выявлено 340 дефектов. Планово в этом году по внутриквартальным сетям предполагается переложить порядка 7,8 километра сетей. На данный момент выполнена работа и переложено 2,8 километра. Параллельно с текущим ремонтом и содержанием сетей специалисты проводят работы в ЦТП. В этом году ремонт запланирован на 14 тепловых пунктах. 7 на данный момент выполнены, 5 еще находятся сейчас в стадии выполнения. Срок выполнения к середине июля тоже планируем все это сделать. В этом году также продолжается техперевооружение и реконструкция магистральных сетей. Объемы такие же, как и в прошлом году, суммарно около 800 метров по каналу. Так, в настоящее время стартовали работы на улице Красная Звезда. Здесь новые трубы появятся на участке длиной в 560 метров. Трубопровод ДУ-300, как обычно, в ПКУ изоляции с ОДК-контролем. И участок по улице Проспекта Героев, 166 метров от пересечения Проспекта Героев и улицы Саратовского шоссе практически до магазина Балата. Успешные работы начнутся с понедельника. Все работы планируем закончить в течение лета. На проспекте Героев на время модернизации будет проложен временный трубопровод, чтобы жители микрорайона не остались без горячей воды.